Онлайн-конференции в студии портала bnews.kz. Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz. Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн-конференции на www.bnews.kz. Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Добрый день пользователям информационного портала bnews.kz. В онлайн-режиме конференции сегодня наш собеседник – первый вице-министр индустрии и новых технологий, доктор экономических наук Альберт Павлович Рау. Тема нашей беседы – ЕАЭС – внешнеторговая политика и инвестиционный климат Республики Казахстан. Здравствуйте. Добрый день, Альберт Павлович. В одном из своих интервью как-то вы сказали, что основными факторами привлечения инвестиций являются инфраструктура, грамотная бюрократия, безопасность бизнеса и личности, квалифицированные кадры. На сегодняшний день созданы системная нормативно-законодательная база и институты развития. Если вы позволите, мы начнем нашу беседу с того, хотелось бы узнать, каков анализ инвестиционной ситуации в Казахстане на сегодняшний день? Мы считаем, что в рамках первой пятилетки, и это большое внимание уделено и во второй пятилетке, это как раз все, что связано с инфраструктурой. Фактически тот объем строительства автомобильных дорог, железных дорог, энергетики, связи, в том числе сотовой связи, в том числе скоростной интернет, все это формирует некий вот такой, значит, инфраструктурную среду, которая, конечно же, способствует привлечению инвестиций, а если прямо говорить, то способствует нормальной работе бизнеса. По кадрам, надо сказать, конечно, сложнее, при этом государство или там правительство, оно вполне понимает, что это такие моменты очень чувствительные, имеется в виду нехватка квалифицированных кадров, вот, и все-таки, ну, государство делает очень много, в том числе там Касепкор организовался, да, этот холдинг по профобразованию, да, инвестиции большие государства вкладывает, недропользователи вкладывают, президент и призвал бизнес, и бизнес идет сейчас на дуальную схему образования, то есть без бизнеса мы этот вопрос, что называется, не вытянем, да. В рамках второй пятилетки это прямо был отдельный блок по каждому сектору и по отрасли промышленности, что кадрами надо заниматься. И мы понимаем, что пока это еще остается для нас проблем. Что касается грамотной бюрократии, тут уж, как говорится, судить обществу, но я думаю, что все-таки тот приток квалифицированных кадров госструктуры, те, которые прошли должную подготовку в нашей стране, отучились по Балашаку, все-таки позволяет надеяться, что потом все реформы государственной службы, когда вот там такой фильтр там в корпуса и так далее, все равно это все направлено на одно, как раз на то, чтобы эта бюрократия, то есть государственные служащие были должны квалификации и смогли, что называется, с инвесторами разговаривать тем языком, которым и в прямом смысле, и в переносном был для них понятен. Вот, поэтому, формирование единого экономического пространства, оно просто заставляет, что называется, борьбу за инвестиции, если можно так выразиться, даже ужесточить, потому что особенно вот на пространстве трех стран борьба за инвестора будет обостряться, потому что каждая страна будет стараться, открывая инвестору рынок достаточно большой, да, вчера как раз президент наш после подписания союзного договора об этом тоже четко выразился, какой он там по объему, покупательная способность по объему валового внутреннего продукта. Но борьба будет нарастать, потому что каждый будет стараться, чтобы инвестор у него, что называется, строил бизнес. Как инвестор с третьих стран, так и, собственно, внутренний инвестор, да, которому мы можем создавать там лучшие условия. Да, у каждой страны есть некие конкурентные преимущества. Да. Но доверяют ли инвесторы в целом вообще Казахстану? В какие сферы чаще всего заходят? С каких стран приходят?
Ну, во-первых, все, что называется на виду. Страна у нас все-таки не такая уж большая, да, и мы достаточно, что называется, открыты. Сегодня интернет и все остальное медийное пространство. Как раз у нас каждый проект, если это связано с иностранными инвестициями, с внутренними инвестициями, достаточно открыты, да, и мы сегодня видим, что те 600 с лишним проектов, которые сегодня уже реализованы в рамках ФИР-1, что это все благодаря, собственно, привлекаемым инвестициям, и инвестициям не только в финансовых ресурсов, но и инвестициях прежде всего то, что нужно Казахстану на современном этапе. Это привлечение технологий, это управленческий опыт, это ноу-хау и так далее, и так далее. Поэтому, ну, результаты, как я сказал, есть, и эти результаты достигнуты в том числе и благодаря тому, что шли инвестиции. То есть, ну, давайте отчитаем там 5 лет назад, откинем и скажем, а 5 лет назад у нас была Toyota, а вот 11 июня будет торжественный запуск Toyota в Кустанае. Это не сборка, это сварка, покраска, и это самое главное — приход японского, ну, это компания номер один в мире в автопроме, номер один, реально, да. И, но самое главное, что они нам приносят культуру производства, они нам приносят технологии, они, что называется, ну, очень жестко, да, то есть Toyota не было там Саньонга, да, не было Ивека, не было General Electric, не было Тальга, да. То есть, ну, лучше оперировать конкретными, да, вот вещами, конкретными примерами, когда мы говорим, что такие мировые компании приходят в Казахстан, это самое лучшее подтверждение там то, что вы называете инвестиционным климатом. Спасибо. Ну, а можно ли полагать, что инвесторы могут ориентироваться на ЕАЭС как на возможность выхода на новые рынки? В частности, не только теперь Казахстан, но и, скажем так, я же уже об этом сказал. Границ нет. И инвестор будет выбирать, где понятнее, где лучше, где ему создают лучшие условия. Окей. Возможно, я не владею информацией, связанной с регионами нашими. Вот можно подробнее узнать, как инвестиции, скажем так, ну хорошо, на примере Кустаная я вижу, что доходят инвестиции. Как, моногорода, малые, скажем так, непродвинутые регионы, как там будет реализовываться в данный момент? Ну, видите, здесь я считаю, что ответственность акиматов возрастает в этих условиях. То есть на сегодняшний день там в акиматах есть специальный заместитель акима, который, он так и называется, спецзам акима, который владеет языком, имеет образование, да, там и так далее, и так далее. Да. Во всех регионах созданы центры обслуживания инвестора. Соответственно, если там инвестор на центральном уровне, а на центральном уровне, как вы знаете, есть Казинвест у нас, но, соответственно, есть кому встретить инвестора и в регионе, да, и вот как раз от эффективности этих людей, этих институтов, которые сегодня созданы в регионе, будет зависеть, опять же, эффективность. Ну, дело даже не в Кустанае, дело в том, что, ну, так вот на слуху, вот самые такие свежие примеры, да, когда мы, что называется, центр со своей стороны на сегодняшний день, да, регион со своей, создают инвестору условия. Каждый то, что называется, в его компетенции находит. Безусловно, лидером является Астана, поскольку здесь специальная экономическая зона. Среди 10 специальных экономических зон Астана наиболее успешная. Вот, можно говорить о, ну, все-таки по-прежнему финансовым, промышленным и, там, я не знаю, научным центром является Алмата, которая, она уже, там, население в 1,5 миллиона жителей, она уже само по себе самодостаточный рынок, и, естественно, туда стремятся прийти компании, только, ну, там, Алмата, как бы, там есть определенные проблемы, что называется, с площадями, если так можно выразить, то есть она достаточно замкнута, но развитие новой индустриальной зоны в Алатауском районе Алматы и развитие парка информационных технологий создают хорошие площадки для привлечения в город и инноваций, и инвестиции в промышленность. Ну вот поэтому у каждого региона есть определенная фишка, просто у кого-то это более успешно, а то, что я уже сейчас назвал, у кого-то менее, но у каждого должны быть такие стремления, они есть.
спасибо. У нас есть вопрос нашего пользователя Нуржана. Он коснется непосредственно дорожной карты бизнеса, которая, собственно говоря, когда-то входила в ГПФИР, правильно? Добрый день, он пишет. В связи со вступлением в ЕАЭС планируется ли расширение диапазона действия программ дорожной карты бизнеса 2020 в плане предоставления возможности предпринимателям, резидентам Республики Казахстан открывать производство в России или Белоруссии? Вместе с тем, возможно ли распространение действия программы кредитования через фонд ДАМУ для открытия производства или бизнеса в странах-участницах ЕАЭС для граждан Казахстана, а также для граждан России и Белоруссии на территории нашей республики? Ну, автор вопроса, Нуржан, он немножко себе, ну, как бы противоречит, или там постановка вопроса не совсем правильная, да? То есть только что мы говорили о том, что каждая страна хочет привлекать самостоятельно инвестиции. Да, да. Соответственно, насколько я, может, неправильно понял, но вопрос стоит в том, будет ли Казахстан помогать своим фирмам организовывать производство в странах Таможенного союза. Ну, согласитесь, вопрос абсурдный. Казахстан будет помогать своим предприятиям продвигать свою продукцию на рынке Таможенного союза. И поэтому есть и в рамках этого, конечно, значит, дорожная карта бизнеса, ну, она, естественно, совершенствуется, но я считаю, что там достаточно сегодня отработана, она наиболее успешная у нас программа дорожной карты бизнеса с точки зрения количества участников, да, такое просто массовое, что называется, участие бизнес-то. Так вот, одним из критериев, естественно, является экспорториентированность продукции, поскольку всегда, когда проект оценивается в институтах развития, в банках второго уровня, то, естественно, оценивается рынок. И поэтому, когда, естественно, когда ты говоришь, я продам там половину в Казахстане, там половину вывезу там в ту же Россию, да, то, естественно, финансовые институты и институт развития только будут этого приветствовать. Поэтому карта она будет, дорожная карта бизнеса она будет совершенствоваться, но, естественно, для организации производства здесь у нас. А со стороны того же Казнекс Инвеста, пользуясь вот случаем, еще раз хотел бы сказать о том, что сегодня выстроена достаточно эффективная система поддержки нашего отечественного экспортера. Вот, буквально вот недавно мы такие примеры приводили, я их в своем докладе на Астанинском экономическом форуме приводил, что в 2010 году мы издали справочник экспортера, там было 50 участников. По итогам прошлого года это уже 500. Это не все участники, но это те, которые не все экспортеры, но это активные, как бы, участники внешнеэкономической деятельности. Поэтому у нас задача, что помочь тому, кто будет производить конкурентоспособный продукт, который будет востребован на общем рынке. Отлично. Ну, к сожалению, мне подсказывают, что времени у нас немного, совсем немного осталось. Просто не поступает, да, у вас? Вопросы во время нет. Во время не поступает. Мы получили вопросы, и я вам их сейчас озвучила. Вопрос прям. Ну, да. Но сегодня да. Хочу сказать, что есть еще один вопрос. Привлекло ли функционирование единого экономического пространства равные условия конкуренции, принцип 4 свобод от... Еще раз, будьте добры, как? Привнесло ли функционирование единого экономического пространства равные условия конкуренции, принцип 4 свобод, свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы? Вот господин Ушакбаев тоже здесь комментировал этот момент. Рахим был, да? Был. Понятно. Ну, я не знаю, конечно, что он тут говорил, но НПП было очень активно вовлечено, и это для нас усиливало, конечно, нашу переговорную позицию в подготовке союзного договора, который вчера был подписан, и мы всегда могли сослаться, что наш там бизнес с этим не согласен, и действительно, тот документ, обратили внимание, там почти 1000 страниц документа, да, это, конечно, 900. Стоило нам, что называется, всем, кто был задействован в этом процессе, конечно, большого труда. Так вот, мы считаем, что мы интересы отечественного бизнеса отстояли, заложен механизм, что если будет какая-то недобросовестная конкуренция, есть механизм оспаривания, есть площадка, где это все будет, что называется, происходить. Поэтому очень большие дискуссии были перед заключением договора, да, и когда, ну, там, из крайности в крайность там народ у нас бросался, ну, все,
или голова пеплом, или там, я не знаю, там что, или сливай воду, как там еще, что еще бывает такое, да. Uh-huh. Вот, на что мы всегда говорим, ребят, а что, собственно, изменилось? Таможенный союз действует уже давно, в принципе, никаких ограничений, там, начиная там с 2011 года, ни для движения, там, ни товара, ни, собственно, людей, uh-huh. никаких не было уже давно. Просто договор, он, что называется, упорядочил, он закрепил вот эти самые правила, он закрепил эти механизмы, да, с учетом того опыта, который мы наработали, да. Поэтому, конечно, в рамках, то есть, правильно было тоже вчера сказано, по-моему, президент Беларуси сказал, да, о том, uh-huh. что вообще это только начало. То есть работа предстоит, и как бы темп нельзя снижать. То есть нужно, что называется, консолидироваться, быть по-прежнему консолидируемым государством, бизнесом. Те отраслевые ассоциации, которые занимают активную позицию, uh-huh. соответственно, мы вместе эту позицию и проводим. Uh-huh. И это будет всегда. И так всегда и есть в том же Европейском Союзе или там в каких-то других интеграционных образованиях. Я вчера кому-то из ваших коллег приводил самый такой вот, ну, понятный, что ли, да, пример в такой достаточно чувствительной теме, и об этом мы сегодня тоже вспоминали, это называется автомобильная промышленность, да, автопром так называемый наш, которого 5 лет назад просто как такового не было, да, там шла какая-то сборка отверточная, да, вот, но как раз создание таможенного союза, закрытие общего рынка для ввоза к нам автохлама подстегнули инвесторов с тем, чтобы прийти там в Казахстан под наши условия. Но, естественно, возникает у каждой страны возникает обоснованные опасения, что соседняя будет крутить отвертку и, прикрутив 4 колеса, заедет к ним на рынок и начнет его рынок, что называется, захватывать, ну, скажем так, не совсем добросовестно, поскольку трудозатраты минимальные, а там пытается идти. Так вот, как раз, чтобы вот игра была, что называется, по-честному, вот, вчера президент утвердили, что называется, правила вот промышленной сборки автомобилей, то есть согласно этим правилам, которые вчера были президентами приняты, вот, пришлось вынести на такой высокий уровень, самый высший, да, значит, на общий рынок может заехать машина, которая имеет сварку, покраску и 30% локализации. А с 1 июля 2018 года на общий рынок может заехать только автомобиль, у которого имеет 50% локализации. Таким образом, мы имеем как бы честные, как говорится, правила игры. Б, мы имеем прямой стимул для наших предприятий эту локализацию повышать, потому что до этого, ну, каждый говорил, хорошо, вот наберу объемы, потом буду локализовать. Вот. Но время, что называется, сжимается, и мы вот, что называется, в очень короткие сроки вынуждены этих показателей достигать. А то, что ты там отвертку собираешь, как я всегда это защищаю их, это нужный и обязательный этап, потому что этот этап еще никто не перешагивал. Только в советское время можно было под ключ построить АвтоВАЗ, да, в советской системе. Сегодня нет, сегодня это бизнес. Он открывает новое предприятие, он набирает людей, он их учит, получает компетенции, выходит на объемы. Это, ну, достаточно длительный процесс, и я еще раз повторяю, его нельзя переступить. Но там мы позволяем пока с крупноузловой сборкой заниматься, но внутри рынка. А если ты хочешь экспортировать, то изволь ставить серьезное производство. Если ты вложился в такую серьезную, значит, ну, серьезный этап, как сварка, покраска, о чем я вот только что говорил, да, значит, ты серьезный инвестор. Вот поэтому вот как раз в Кустанае мы сегодня имеем две модели, которые уже достигли уровня, это вот Ценёнг, Номад и Тойота, то есть они уже это имеют, они, значит, получат свободный доступ. Соответственно, у нас Hyundai, это Astana Motors наша, имеет тоже соответствующий показатель, она тоже может свободно въехать. Ну и в Усть-Каменогорске начато строительство совместно с АвтоВАЗом завода, значит, на 120 тысяч тоже полного цикла, то есть там машины будут иметь как минимум 50%, соответственно, у них билет на российский рынок, что называется, заложен заранее. Все, что до этого будет производить Азиавто Казахстан, имеется в виду в Усть-Каменогорске, будет поставляться только на внутренний рынок. Но они себя чувствуют на внутреннем рынке достаточно
успешно, у них широкий модельный ряд, и потребители это все покупают. Ну и ладно, пока на этом поработают. Но зато там сотни кадров на этом выросли и так далее. Я к чему это все провожу? Mm-hmm. Что вот там, где чувствительные позиции, чувствительные там на троих, да, угу. есть теперь вся возможность вот таким образом постепенно все правила и вырабатывать. Есть еще сельское хозяйство, о котором мы сегодня не говорим, которое тоже очень чувствительно, угу. да, когда там в Челябинске чуть эту субсидию на яйцо увеличат, сразу Кустанай чувствует, потому что, значит, оно дешевле становится да. за счет государственной помощи. А есть механизм, чтобы это оспорить, сказать, ребята, шалите, угу. так нельзя. Вот, ну и так далее. Вот, поэтому впереди огромная работа, Еще раз говорю, пользуясь случаем, всегда обращаюсь к бизнесам. Если есть конкретные факты, что вам там не дают двигаться, что вас там дискриминируют на российском или там далеком белорусском рынке, да, то вы просто должны через НПП напрямую в правительство и в соответствующее министерство просто конкретные факты привезить, потому что сегодня такая возможность на этой площадке есть, угу. полная возможность эти все вопросы решать. Ну и самый финальный вопрос. Альберт Павлович, вы уже порядка 4 лет в данной должности. Да, вот 4 уже. Вот 4 года. Mm-hmm. И, собственно говоря, достаточно продолжительный срок. По казахстанским меркам много, да, уже получается? Ну, вот мы журналисты отслеживаем, и хочу сказать, что достаточно. Был такой старый анекдот, наверное, давно его не рассказывали в интернете, да, когда говорят, пойдешь министром работать? Он говорит, да мне бы постоянную работу, да? Вот был такой раньше анекдот. Вот, поэтому, да, наверное, и что? Ну, в вашем случае это достаточно похвально. У вас есть возможность отследить развитие, реализацию тех или иных проектов. И наверняка, на самом деле, хотелось бы, наверное, видеть это и в других ведомствах. Ну, речь даже не об этом. Скажите, пожалуйста, как вы сами оцениваете свою работу в данном ведомстве? Потому что ваши прошлые, скажем так, должности и сферы, они иные. Я могу не оценивать. Оценивать, когда работаешь акимом, оценивает, что называется, население подведомственной территории. Когда ты работаешь в отраслевом органе, каким является Министерство индустрии, то только может оценивать бизнес, с которым ты работаешь. Насколько ты... что называется, на него работаешь и так далее. Поэтому вопрос, может, чуть по-другому, насколько ты удовлетворен. Возможно, вот, и так. Вот, и вот, какие вот, задачи вот. Вы ставите на будущее? Вот просто вот интересно. Это, наверное, более правильная постановка. Ну, как всегда, если удовлетворен, то надо уходить. Поэтому довольным собой никогда нельзя быть. Но, в общем-то, Как совпало, что как раз вот 4 с лишним года назад, когда сюда меня перевели из региона, то задача как раз совпала с началом эфира, поэтому, ну, я могу там, пусть не очень много, но и наше министерство сказать, что вот эти вот проекты, о которых я уже сегодня упоминал, они реализовались в том числе, потому что мы ими занимались. Если бы мы ими не занимались, их бы не было. И это приносит удовлетворение. А неудовлетворение, ну, я еще с должности акима города небольшого, да, родного, усвоил такую статистику. Для того, чтобы получить одного инвестора, надо сделать 300 контактов. Поэтому кто из них будет 300-м, ты не знаешь. И поэтому вся у тебя работа состоит в том, чтобы работать и работать и работать, и вот как золотой песок, вот появилось одно, появилось там второе. Поэтому в чем-то удовлетворенность, как я сказал, в конкретных проектах неудовлетворенность, когда в силу там, может, там инертности государственной машины и так далее, что-то, ну, еще не совсем получилось. Но, к сожалению, она вот такая вот эта машина государственная, да, там бывает долго, бюрократия ходит, решается, надо брать на себя ответственность и так далее. Поэтому полного удовлетворения нет, но определенные результаты есть. Спасибо. Но в любом случае, вы являетесь вдохновением для многих, и в том числе для журналистов. Спасибо вам большое, что выделили нам время. Мне хочется действительно подытожить эту беседу тем, что сегодня об инвестициях, инвесторах мы смогли поговорить не только доходчиво и разумно, я думаю, но и как-то душевно. Итог у нас получился вот такой. В гостях у нас был Альберт Павлович Рау. В представлении не нуждается, но я вам напомню, это первый замечательный первый вице-министр индустрии новых технологий, доктор экономических наук. Меня зовут Махабат Исин. Спасибо за внимание. До свидания.
Онлайн-конференции в студии портала bnews.kz. Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz. Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн-конференции на www.bnews.kz. Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому.